Раскопки на территории Кремля продолжаются, и ученые рассчитывают на новые интересные находки. Подробности у Ольги Паутовой. Полгода раскопок, и археологи оказываются в подвалах чудового монастыря на глубине 8 метров. За всю историю подобные работы в центре Кремля проводятся впервые. И даже несмотря на то, что 14-й корпус уже полностью разобран, забыть об этом, как говорят ученые, новодели все равно не получится. Средневековье от советского времени здесь в прямом смысле неотделимо. Основание этой колонны, 1932 года, сложено из камней, пиленных камней, камней грубой тёсочки, которые происходят от построек чудового монастыря. Они сложены на таком бетоне очень высокого качества, поэтому их невозможно уже извлечь из этой кладки, они навсегда останутся там. Навсегда останется там, и это надгробная плита. Части надписи на ней легко читаются. Убит под Пайдою. И имя Василий Салтыков. Речь идет о событиях Ливонской войны середины 16 века. И этот человек действительно упомянут в списках погибших. Но только сейчас стало известно место его захоронения. Вот у нас одна плита, только значит, с надписью, но по этой плите можно составить представление о том, какого рода люди погребались в чудовом монастыре. Это, конечно, так сказать, люди, которые были в большой истории. Это государственные деятели, это видные военачальники, участники, в общем, знаковых событий русской истории 15-17 веков. Помимо усыпальниц, на территориях, которые уже удалось исследовать, возможно, были и трапезные монастыря. Но, как это ни парадоксально, лучше всего сохранился культурный слой 12 века, еще до монастырской эпохи. Ученые обнаружили на этом месте 6 подвалов жилых домов. Их называют подпольями. Здесь держали запасы продовольствия и даже хранили семейные ценности. В одном таком подполье события нескольких тысяч лет. Каждый культурный слой, как страница истории. Например, вот этот вот желтый относится еще к первым упоминаниям о Москве. Темные прослойки угля, следы пожара во времена нашествия на эти земли хана Батыя. А вот этот вот тонкий слой извести относится еще к 1365 году, времени, когда начал строиться чудов монастырь. И судя по тому, как близко расположены друг к другу эти подвалы, уже в 12 веке на Кремлевском холме была плотная застройка. Жили здесь, конечно, богатые горожане. Это подтверждают и предметы их быта, которые удалось обнаружить. Керамическая посуда, привезенная из Средней Азии, или стеклянные браслеты, работы византийских мастеров. Но для археологов всего дороже оказалась эта литейная формочка. Приглядитесь, и вы увидите буквы. Надпись еще только предстоит расшифровать. Но уже ясно, это древнейшее свидетельство письменности в Москве. Крайне любопытно, потому что, так сказать, подписные формы или формы, на которых составлены какие-то надписи, это редчайшая находка. И помимо, так сказать, берестяных грамот, это, так сказать, самый главный источник информации о письменности. Все эти находки в скором времени передадут историческим музеям. А для посетителей Кремля прорубят окна в средневековую Москву. В них можно будет увидеть результаты грандиозных раскопок, в том числе и фрагменты фундамента древнейшего собора чудового монастыря. Позже на этом месте откроется и полноценный подземный музей. А для удобства туристов создадут и новый маршрут. Если сейчас зайти в Кремль можно только через Кутафью и Боровицкую башню, пропускная способность которой, к слову, сильно ограничена, то в будущем откроется вход через Спасскую, пока она работает только на выход. И посетители смогут сразу очутиться около высаженного на месте 14-го корпуса парка и прогуляться вдоль Большого Кремлевского сквера и Тайницкого сада. Мы прорабатываем такой вопрос, чтобы обеспечить доступ желающих, которые прогуливаются по Красной площади, приобрести отдельный билет, не посещая музеи Кремля, зайти здесь, посмотреть парк, ну и в дальнейшем посмотреть новый музей. Для входа в него откроют один из этих стеклянных навесов. Сейчас для посетителей они закрыты, а археологи продолжат раскопки уже на месте Вознесенского монастыря. Ольга Паутова, Игорь Крицков, Александр Напалков и Кирилл Данилов. Первый канал.